В Заинском политехническом колледже отметили День призывника. По традиции, данное мероприятие ежегодно проходит в этом учебном заведении. И не случайно, ведь основной костяк формирования подшефной части, которая находится в городе Знаменск, Астраханской области, состоит из выпускников колледжа. Год службы. Служба – это очередной шаг в взрослую жизнь, который не просто, знаете, вот проходит этот год в рядах вооруженных сил. Ребята, приходя уже после того, как отслужат, приходят уже совсем другими. И вы это поймете, это и дисциплина, это и уважение к старшему поколению, и, конечно же, огромное уважение к нашей великой стране. На встречу с будущими солдатами-срочниками были приглашены и участники специальной военной операции. Бойцы рассказали ребятам о важности патриотизма, особенно в нынешнее время. В адрес призывников прозвучало много напутственных слов и пожеланий. Ребята, я хочу пожелать вам всем достойно нести флаг нашей России, нашей республики, конечно же, нашего муниципалитета, когда вы будете проходить службу в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Все призывники будут проходить срочную службу в рядах российской армии в течение одного года. Эльмира Шабрина, Юлия Казамарова, новости Заинска.